Всем привет! С вами Светлана Синица, и сегодня я покажу вам Лигурийское побережье. Это небольшой фильм из серии «Куда поехать на море в Италии». От границы с Францией до Генуи и вниз до городка Ла Специя простирается Лигурийское побережье в Италии. Мы же решили проехать вдоль береговой линии от Сан-Ремо до города Алассио. Часто это место еще называют итальянской ривьерой, и она является продолжением французской ривьеры. Характеризуется это побережье обилием пальм, мягким климатом и огромным количеством цветов. Здесь помимо гальки встречаются и песочные пляжи. Климат здесь типичный средиземноморский, что значит очень и очень мягкий. Зимой температура достигает 9-12 градусов, а вот летом почти всегда 24-25 градусов. Протяженность пляжей Лигурийского побережья 350 километров. Но самый приятный момент, что я видела часто, пляж находится рядом с какой-то высокой горой, а это значит, что гора защищает от ветров. Земля здесь плодородная, климат мягкий, да еще выгодное стратегическое положение привели к тому, что эту территорию постоянно захватывали различные завоевателями. Понятное дело, что все, кто правил Лигурией, оставили заметный след в ее культуре и архитектуре. В результате этот регион очень богат памятниками, достопримечательностями и просто интересными и приятными глазу архитектурными сооружениями. Это и дворцы, и античные амфитеатры, и соборы, и очаровательные узкие улочки, которые, петляя, спускаются все же к морю. Сезон здесь длится с мая по октябрь. Вы только вдумайтесь! На северном побережье Лигурийского моря 300 солнечных дней в году, поэтому не очень большая вероятность, что вы попадете под дождь. До развития массового туризма здесь были рыбацкие городки. И, кстати, до сих пор моряки выходят в море и в ресторанчиках подают эту свежайшую, вкуснейшую рыбу. Ну а для меня Ривьера итальянская – это место, где очень много цветов. Здесь буйная тропическая растительность. Здесь везде растут фрукты, вас удивят размеры лимонов, которые не просто растут в садах, но и высажены вдоль дорог. Мне больше всего понравилось на этом побережье Бордигера. Это самый цветочный, самый цветущий, самый красивый, самый зеленый городочек с моей точки зрения. Потом Сан-Ремо, но это понятно, это центр цветов. Городок Алассио. Там помимо хорошей инфраструктуры мы видели еще шикарнейший детский лунопарк. Потом в финале Лигурия. Там хороший пляж в хорошей лагуне, закрыт от ветра. Ну и городочек Оспедалетти, бывшая рыбацкая деревня, место, где можно просто насладиться тишиной, покоем, вкусными ресторанами. Так что, друзья, я бы каждому советовала приехать и хотя бы раз отдохнуть на Лигурийском побережье.